В бывшем военном городке Петровское вот уже больше года проходит масштабная реконструкция. Ремонтируются дома, укладывается новый асфальт, меняются коммуникации. Руководство района следит за качеством проводимых работ и с этой целью организовывает постоянные консультации с местными жителями. Традиционным местом встречи является бывший гарнизонный клуб. Именно здесь собрались местные жители и общественники с одной стороны и представители администрации поселения и района, а также руководители муниципальных служб с другой. Роль модератора встречи взял на себя Александр Кузнецов, заместитель главы администрации Ленинского района. В начале встречи с жителями обсудили итоги проведенных недавно публичных слушаний по правилам землепользования и застройки. Это пока проект. Это не будет еще очень сильно корректироваться. Этот проект разработан главархитектором Московской области. Полномочий находится. И в соответствии с данным проектом территория Петровского поселка отнесена к зоне комплексного устойчивого развития территории. Далее жители могли высказать свои пожелания как руководителям муниципальных служб, так и представителям подрядной организации, осуществляющей ремонтные работы в Петровском. Ряд вопросов подготовил руководитель общественного совета жителей поселка Сергей Прозоров. Проектное решение на ремонт фундамента, оно было как с ним? Значит, по поводу ремонта фундаментов было обследование, которое показало то, что фундамент вполне живой. Также на встрече была озвучена проблема присвоения Петровскому статуса населенного пункта. Он был передан на баланс Ленинского района более 2 лет назад. Светлана Литвинова, исполняющая обязанности главы городского поселения Горки Ленинские, заверила собравшихся, что работа в этом направлении ведется. Заработана дорожная карта по переводу бывшего военного городка, по присвоению бывшему военному городку статуса населенного пункта. То есть у нас не хватало по этой дорожной карте одного нормативно-правового акта, который называется «Решение Совета депутатов». Озвученные жителями пожелания и предложения были внесены в протокол встречи и повлияют на изменения в регламенте ремонтных работ, проводимых в Петровском.